Канале Анчик Нарисуйка, и сегодня мы с вами будем рисовать клубнику. А вы сначала подписывайтесь. Мы ее будем рисовать на обычном альбомном листе. Сначала мы ее нарисуем простым карандашом, рисуем форму клубники. Такой она форма будет примерно. И теперь рисуем листочки. Которые на ягоде. В общем, вот так получилось. У клубники рисуем не совсем ровно края. Есть такие волнистые, потому что она у нас не совсем же ровная. Вот. Такая у нас, например, получилась. А клубнику уже сейчас буду рисовать. Дальше берем оранжевый, разукрашиваем оранжевый.